Ростик, поздравляем с победой. Поделись, пожалуйста, эмоциями и впечатлениями после сегодняшней встречи. Спасибо, с победой взаимно. Тяжелая игра, хотя, казалось бы, постоянный матч у нас. Но тяжело вскрыть команду, которая охраняется таким большим количеством людей. Хорошо, забили гол. Ждали, пока они раскроются, но удаление сыграло свою роль у них. И они еще больше закрылись, играли на контратаках и, наверное, ждали стандарты. Угловые, штрафные, что-нибудь такое ждали, ну, по-любому так будет. Вот, потом у нас произошло удаление, и как бы пришлось перестраиваться чуть-чуть. И было уже так, качели в конце особенно. Ну, хорошо, что получилось так, как получилось. Ожидал ли такого напора со стороны игроков «Нефтехимика» в плане борьбы в сегодняшней встрече? Конечно, эта команда, я знаю, что они постоянно на борьбе, постоянно борются, куются. Ну, не удивила она ничем в плане, вот в этом плане. Ну, я думаю, у них удаление просто сыграло свою роль, так бы, может, что-нибудь и новенькое показали. Поздравляем тебя с приятным достижением. Ты сравнялся с Дмитрием Хомичем по количеству сухих матчей за Аланию. Соответственно, твои эмоции от данной отметки? Во-первых, я только сейчас об этом узнал. Во-вторых, очень приятно, конечно же. Но хотелось бы... Кто у нас на первом? Наверное, Хапов, да? Ну вот, когда я его обгоню, тогда будем праздновать. Сейчас пока цель не достигнута еще. Но очень рад, конечно. В целом, возможно, что-то хочешь добавить еще от себя в адрес болельщиков? Конечно, да. Спасибо, что ездите в Грозный. Я понимаю, это непросто. Очень приятно играть при количестве болельщиков, такой, которая есть. Понятно, что если бы мы играли во Владике, было бы совсем другое дело. Что, будем продолжать биться, куваться за герб на груди. И, надеюсь, радовать результатами игры. Спасибо большое, Ростик. Спасибо.